Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою. Был апрель и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания. В день, когда я совсем один, я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Журавли, белый клин, твоя дочь и мой сын, все хотят теплоты и ласки. Мы в любовь, как в игру, на холодном ветру поиграли с тобой, но пришел сам собой. 3 сентября, день прощания, день, когда горят три рябин! Всем добрый вечер, дорогие друзья! Наконец-таки папочка приехал, но не было меня буквально пару дней, наверное. Если честно, пока не считал этого. Но, блять, как же я по вам соскучился. Отдохну, к сожалению, у меня не получилось. А уж тем более отпраздновать нормально свой день рождения. Вот, к сожалению. Но ничего не поделаешь. Стриминг — это такое дело, ребята. Неважно, как у тебя... Неважно, как у тебя прошли дни рождения, неважно, что, блядь, у тебя случилось в жизни, стримит-то тебе, сука, все равно нужно, ребятки. Поэтому объявляю сегодня вечер 3 сентября с Владимиром, с Владимиром, господи, Михаилом Шуфутинским. И сегодня любая песня, которая она будет не заказана, она будет автоматически сконвертирована с 3 сентября Михаила Шуфутинского, друзья мои. Все, буквально 5 минуточек. Ага, блядь, первый донат. Стоит посмотреть. А ну стоять, блядь, нихуя подобного. У нас сегодня играет только Шуфутинский, блядь. Только Шуфутинский, ебаный в рот. И вообще не ебет. Просто, ребят, блядь, Трэм, извини, пожалуйста. Тихо-тихо, все, тихо, Шуфутинский. Только Шуфутинский, друзья мои. Да, здравствуйте, здравствуйте, ребятки, здравствуйте. Дайте мне буквально еще 5 маленьких минуточек, и я к вам вернусь. А пока слушайте прекрасного Мишу, Михаила. Спасибо, Рэм, тебе за донат, спасибо за 100 рублей. Пусечка мой. 5 минут, друзья мои. Переверну, и снова 3. Все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез. 2 сентября.
Так, ну что, друзья, I'm back, а это значит, что пора и немножечко ПРПшить. Так, отлично, у нас прошла как раз музыка, и нужно поставить следующий трек. А следующий трек, друзья, у меня, как обычно, Миша Шафутинский. Сегодня вечер посвящен исключительно ему и 3 сентября, который наступает у Миши вновь и вновь, и он не может ничего с этим поделать. Ну что, мои хорошие, здравствуй, Виончик, сегодня мы, кстати, без... Еще третий. Так. Ёбаный в рот. Короче, ребята, сегодня исключительно Шафутинский. Так, ну что, короче, что у нас получается? У нас получается слишком громкий Миша. Да, Мишу мы сделаем чуть-чуть. Что это за хуйня, блять? Так, ладно, что у нас получается? Уже 60 человек на стримчанском, 44 на ютубе, 18 на твиче. Отлично. Что с микро? Бля. Это я немножко прикалывался. Все, сейчас должно нормально быть. Так нормально? Я еще кричал на него, как сучка. Сейчас должно нормально быть, ребятки. Напишите, пожалуйста. И мы залетаем в 5M, потому что 5M не медлит. Вернее, тормозить с этим не надо. Так. Где мой 5M любимый? Хуахуа аватарка у Маковели. Мы потом посмотрим, что у Маковели за аватарка. Че там с микро, нормально все стало или опять залупа? Бля, такая задержка дурацкая, меня это раздражает. Ришар Мэр, нет, сегодня у нас... Блядь, написано же беда. Я сегодня решил не заходить на New Life, потому что, блядь, там 7 человек. Я вообще не знаю, что ребята делают с серваком со своим. У них, блядь, было громкое имя, у них... Залупа? Не, ребят, я... Блин, правда, залупа с микро, что ли? Сука, сейчас, подождите секундочку, подождите. Да что ж такое-то, боже. Филин, спасибо огромное тебе за донат. Привет, вот я решился донатерской девственности. Спасибо тебе за то, что грел холодный вечер своим теплым голосом. Я долго хотел это тебе, но как то не было то времени, то моменты подходящего. Но ты второй мой хороший друг, который добрый и прикольный. Спасибо, что делаешь контент шикарный. Бля, спасибо, Женя.
Спасибо, спасибо, Фильм. Спасибо, Андрюха. Спасибо за донат тебе большое. И, как обычно, Шафутинский. Спасибо, Андрюха. Не-не, подождите, стоп, это так не должно быть. Шафутинский, ребята, сегодня у нас всегда будет Шафутинский, короче. Спасибо огромное, Андрей, это очень приятно слышать такие слова от подписчиков. Я уже благодарил, и пьяный благодарил, и не пьяный благодарил вас за то, что вы меня смотрите. Вы мне самые лучшие. И лучше, на самом деле, вот, причем на самом деле, лучших подписчиков просто не пожелать. Потому что я собрал вокруг себя маленькую, пускай, но, сука, адекватную аудиторию. Мне кажется, если бы я... Ты мой враг. Да, вы как гоните, блядь. С тобою. Шафутинский. Блядь, дайте начать стрим, я вас очень прошу, ребята. Просто, пожалуйста, дайте я начну стрим. Сейчас, секундочку. Вот, я собрал маленькую, но весьма адекватную аудиторию. Одну из самых адекватных, на, по крайней мере, на тех стримах, которых видел я. И за это вам огромное спасибо, ребятки. Огромное вам спасибо. Красавчик, достаем отряхиваем. Да, типа того. Так, где у меня 5M? Я вот хочу найти сейчас его. Неужели я его удалил? Не может такого быть. Так, сейчас один моментик. Так, 5M. Адекват. Нет, она адекватная, на самом деле, Тарас. Иначе я тебя сейчас забаню к хуям. Согласись, что она охуенная. А, так, и знаете, в чем проблема? К сожалению, я не могу пускать тот битрейт, который мне желателен на Twitch. Мне срочно нужна партнерка, блядь. Короче, надо что-то делать с партнеркой, чтобы как-то перебивать туда хотя бы, не знаю, 9000 килобит, а то на 6 стримить — это вообще ужас. Какой-то ужас. После выборов мэра остров умер. Да, из бюджета пропали 17 миллиардов. 5M needs update the game catch. Что? Ёбаный в рот. Ну давайте загрузим, хорошо. Пускай будет. У меня сейчас просадка, скорее всего, будет. А не, нормально. Так. С чем там, блядь? Вот, молодец, соглашаешься, отлично. Всем добрый вечер, Бладиволю, здравствуй, удачного 3 сентября, спасибо большое. Все, у нас вечер Шафутинского. Не, очень грустно, если честно, что остров умирает. Просто я не понимаю, о чем думали ребята, залетая туда. Давайте я вам покажу экран, наверное, чтобы вы не думали, что я вас наебываю. Вон, короче, загружается у нас 5M, вернее, обновляется. Очень грустно, что ребята так подошли к своему детищу. Даже, ну, не знаю, не к своему, наверное, больше к детищу Мозеса. Вот, у них было все, у них, блядь, было имя. Старые игроки их знали, а сейчас все, что получается? Почему они на рекламу там не позарились? И так далее. Мне говорили, что, типа, рекламу тебя не будут, когда баги все закроют. Но это была, конечно, ошибка. Это была дичайшая ошибка, и народ сейчас просто растекается. И на самом деле это на втором месте стоит, что они не рекламировали. А на первом месте стоит исключительно то, что у них нету в Стиме их пака. Ну, ник, конечно, пак. Ну, короче, вы меня поняли. То есть из Стима нельзя просто нажать 2 плюсика, да, и, соответственно, зайти. Это очень грустно. Мне кажется, народ отпугивает от НЛ маленький FPS и механики. А так серф хорош. Серф хорош, но какого РПшника будет отпугивать, блядь, низкий FPS и механики? Я не знаю таких, блядь. Просто не знаю. Это только, знаешь, какие калаша-дрочеры, которые бегут, блядь, 222 магазина и идут РПшить, а его, блядь, после первого патрона убивают. Вот этих, да, отпугивает. Здравствуй, Настюш, привет. Короче, вот такие вот грустные, ребята, дела. Такие вот грустные дела. Так, что у нас там получается? Ну, все нормально получается. Идет загрузочка. Народ приходит. Это замечательно. Ребятки, не забывайте про ютубчик, что нужно ставить лайкосики. Лайкосики, они всегда помогают мне просыпаться утром. Вот. Как-то так. Так там Шафутинский, я знаю сейчас, Ремчик, но у нас Андрюха заказал песню Шафутинского, Carol's Whisper, official видео, вот мы сейчас ее послушаем и включим опять Михаила Шафутинского. Так, люблю помогать людям, это правда,
Тарас любит помогать людям. Пускай он поляк, а поляки очень ушлые люди, учитывая, что он даже, блядь... Он, короче, супер у него кровь понамешана. Он сам из Украины западной. Плюс еще в Польше живет. Это полный пиздец. Слово «арма» нет, егерь, не слово «арма». Блядь, можно просто прочитать, сука. Ёбаный стрим, блядь! Название его! И будет, сука, понятно, что это не «арма», а написано «GTA 5 Roleplay». Что, блядь, непонятного? Что, блядь, непонятного, сука? Может быть, мне нужно, блядь, транскрипцию, ёпта, расшифровать? Или что? Я не понимаю. НСК, здравствуй. Алкаш, блядь, въебу. Просто с головы въебу. Здравствуй, матч. Привет. Блядь, слушайте, короче, сегодня произошла такая тема. Купил от комаров штуку. Знаете, короче, в розетку, которую... Который втыкает в розетку, и она должна отпугивать комаров. Так вот, я сейчас просто обнаружил двух комаров, которые просто сидят тупо на ней. Это нормально, блядь? Или мне брак подсунули какой-то? Почему-то нету платной подписки. Тимыч, еще раз объясняю. Я не знаю, как ее настроить. Я знаю только, как включить Шафутинского, «Белые розы». Нервишки никудышные, здорово. Да, блядь, потому что не получилось отдохнуть на выходных, не получилось отметить нормально как бы свой день рождения. Еще, сука, впереди месяц, блядь, без алкоголя. Как ты думаешь, почему у меня нервишки не в порядке? В общем, как-то вот так вот. Привет, Озя Нубик, здравствуй. Купи просто сетку. Не знаю даже, не знаю. Так, по FM получается аудиосигнал, разрешить. Короче, сегодня будем играть за Богуслава Кравчика, будем развивать момент. Я решил сдать на права, посмотрим, смогут ли у нас привать все это дело. Нафиг тебе эта химия, сетка на окна и норм. У меня окна из 50-х годов. Как ты думаешь, на них встанет сетка, нет? Я сомневаюсь, что нет. Один вопрос, как плюс 5 кг набрал? Я не набрал, это, блядь, отфотошопили, неужели непонятно? Можно было посмотреть как бы и первый скрин, и второй, и как бы понять, что тут что-то, блядь, нечисто. Вот, в общем, как-то так. Алиса, здравствуй. Как с учёб приехала. Чё-то ты поздновато с учёб приезжаешь. Даешь вебку? Нет, Артур, я сижу в трусах, мне жарко и хорошо, пью чай вкусный. И жду, пока загрузится 5FM. А 5FM уже загрузился, поэтому давайте заходить. Direct Connection 20 из 32. Liberty. Идем, короче говоря, на Liberty. Прифотошоп снизу был. Да, блядь, расскажи. Я знаю, как ты любишь меня подставлять, Толяныч. Я знаю, как ты любишь меня подставлять, говнюк. Так, что, у нас все уже пошло. Спасибо. Испанский донат залетел, я смотрю. Ход, спасибо. Привет от Губера Кэпа. Так. От Губера Кэпа? Блять, не успел прочитать, вернее, даже не услышал. От Губера? А, от Губера, господи. Каппа. Понял, ход. Привет, привет. А ты чё, почему на Юлайфе ты не играешь? Расскажи мне. Он ждет хороших РПшников New Life. Так, давайте сейчас захватим все это дело по Шурику. Жестокий вьюг холодных ветров. Ша-ла-ла-ла-ла. Так, все, пошло, пошло, отлично. Liberty Roleplay. Надеюсь, у меня не выкинет, все нормально будет. Кстати, а я не знаю, расширили ли их до 64 слотов. Просто если это расширили, то сейчас, по идее, вообще должно быть просто невероятно круто. Божечки, да это же целый литр кумыса. Ебать, 5 баксов, да ладно. Что у вас за привычка стала долларами донатить, ребята? Вы чё, блядь? Огромное спасибо, Рэпчик, за 5 гривен. Это очень круто. Спасибо, братишка. Я уже 2 года в арму не заходил после Син-Сити. Это плохо. Это плохо. New Life жаждет. Осваиваю конвертацию. Спасибо, ребята. Спасибо огромное. Здравствуй, Дарик. Толяныч. Удали, просто удали. Так, что, мы появились. Так, у нас дебильная походка, да, у нас дебильная походка. Короче, у нас сегодня план с вами захватить кучу вагин. На самом деле, так, зонтик нужен нам. На самом деле, нам нужно сдать на права.
Ой-ой-ой-ой. Блин, все, все пошло. Чатик скрой, да, я забыл, если честно, про это. Давайте чатик уберем. Пау, Ремчик, спасибо тебе большое за донат, бля, еще 5 долларов, 5 гривен отрабатывать. Господи, это прям бафет ужасный. Слав, давай садись. О, Юра, это ты, что ли? Ну, а кто ж еще? Господи, 150 лет, не сыс, Юра, открой машину, Юра. Так она открыта. Юра, я не могу, ручка скользкая. Юра, открой мне дверь, Юра. Не будь говнюком. Юра, открой мне дверь, мне очень холодно. И брызги капают на мои... Спасибо. Блять, почему я не могу сесть? Садись. Юра, я не могу, мне религия не позволяет. Это, друг... это не тот автомобиль, который мне нравится. Я пойду под крысу, пока ты не найдешь другой, Юра. Другой хрен пойми где. Юра, я не буду садиться, если тебе дорога наша дружба, и я как человек твой друг, то, пожалуйста, поменяй автомобиль. А, так, ладно, нам окей. Нам придется такси еще вызвать. Давай, вызывай такси, а я пока здесь постою, Юра. Зонт, да... да нет, какой зонт? Зонтом можно залезть, по идее. Мне нравится, как ты злишь, ты пупсик. Тут, блядь, до поры до времени, пока, сука, терпение у меня не лопнет. Анимация, думаете? Ебучий рыжик, сука, идите нахуй. Так. Юра, Юра, подожди, подожди, Юра, я не хочу сдать, поехали. Господи, аккуратно. Юра! Юра! Э, ты как? Господи, Юра, я не в порядке, у меня лодыжка болит, Юра. Я понял, сейчас скорую вызову. Юра, вызови скорую, пожалуйста, быстрее. Так, блять, как? Сука, лечь на бок. Ай, Юра, Юра, постели мне что-нибудь, Юра, мне холодно. Я пока скажу. Ну, сервак в армии, да, алкаш. Юра, пожалуйста, быстрее, Юра. Мне вот очень сильно задел ногу. У меня может быть синяк. Вызвал, вызвал. Юра, подержи надо мной зонтик, мне холодно. Дос капает на мою кожу, а мне это не нравится. Так, ладно, разыгрываем. Чем ты трезвее, чем тем агрессивнее. Да, спасибо, Юра, подойдите близко. Капли падают рядом. Юра, машина едет, Юра! Скажи, чтобы он проехал мимо. Юра, скажи, что здесь ТП. Нет, молодой человек, мы не снимаем пранки. Этот дурак ни хера не поймет, забей. Юра, аккуратно! Юра! Блядь, сука! Ай, блядь. Блядь! Ебаш лысый. Батя, спасибо тебе большое за донат. Боже мой, у нас опять Миша Шифутинский. Ребятки, у нас опять Миша Шифутинский. Спасибо, батя. Спасибо тебе огромное. 3 сентября, друзья. Блядь, нас сбили. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Блядь, что делать? Ребята, что делать? Ребята, что делать? Господа. Господа. Господа, блядь, двух сбили, ёпта. Блядь, господи. Ну это, сука... Сэр. Там кровище, блядь, пиздец, просто этот. Я вызвал скорую, да. Что случилось? Да помоги подняться, да, спасибо. Что случилось? Да машина сбила, нужно ему помочь, я не знаю, его дважды машина сбила меня один раз. Понял, понял. Ладно, работа. Так, ладно, ждём, машина ждём. Сбила человека. Ох ты мой. Ебать. Да и меня в тот же момент. Надо меня будет осмотреть, скорее всего. Коленная чашечка в хламину разбита. Я знаю, что они шифутинские, но... Коленную чашечку мы, конечно, соберем. Артур, у нас сегодня вечер шифутинского. Блин. Любой ваш донат, это вы заказываете шифутинцу. Ну, хромать вы будете поначалу. Подожди, подожди, подожди. Я... Господи, что со мной произошло? Я приходил, я поскользнулся. Простите, пожалуйста. Стоять на каталке. Да-да, спасибо, извините. Давайте. Извините, господи, боже мой. Скажите, эти, давайте, эти давайте. Перчатки биоаллергенные, я надеюсь? Просто у меня аллергия на латекс. Да. Замечательно, это я вам просто очень сильно перезываю. Боже мой, представляете? Никто не убирает улицы, я подходил и поскользнулся. Два часа открыл дверь. Да, благодарю вас, спасибо, да. Спасибо, сэр, спасибо, вы очень любезны. Блять, я могу? Ой, боже мой, какая-то грязная у вас машина, я очень брезгую. Благодарю вас, господи,
Я хочу написать жалобу на дорожника, потому что они в дождь и убирают дороги от воды, они очень скользкие. Ты губернатор, не к нам. Ну я понимаю, я могу, смогу от вас позвонить, просто меня мама отобрала телефон, когда я улезала с пульсой. У нас, вот. у нас вроде был телефон. Ой, замечательно, замечательно. Я уже чувствую предвкусение победы, потому что этот город просто порос в ужасе. Вот зачем приехали сюда? Я приехал сюда работать, потому что я знал, что этому городу нужен такой босс, как я. Вы можете везти, пожалуйста, автомобиль потише? Мы на спецсигнал, мы право ехать как хотим. Я понимаю, но... И у нас пациент. И это вы, и мы не можем медлить. Вы понимаете, что у меня очень слабый желудок? Ну, откройте окошко, так сказать. Не могу, там дождь идет, а дождь ведь вреден для кота. Вы как медики должны это знать. Господи, ужасный сервис, я напишу на вас жалобу. Хорошо, как пишите. Можно не знать таких вещей элементарных? Действительно, лучше смотреть мою колено. Сэр, мы вам не дерматологи. Идем. Дерматологи, говорят. Вы знаете, что... Раца, можете сгибать ногу нормально? Я не могу, открыть дверь, подержите меня, пожалуйста. Вроде сгибаю. Да, спасибо. Отлично, пройдемте. Первую палату. Такая колющая. Сейчас давайте пройдем, посмотрим. Простите, давайте. Сэр, но у меня очень слабые руки. Да? Вы не могли бы мне помочь? Да? Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Давайте во второй тогда мы с вами. Вот собой, хорошо, в этот раз не разбились очки. Там, по-моему, тоже кто-то есть. Падают, сейчас мы сделаем рентген. У нас ничего металлического нету. А, у меня нет ничего металлического. Я же не дурак получать травмы такие, чтобы не вставлять что-то металлическое. Я имею в виду цепь, сережки, что-нибудь еще помимо нет, этого. Нет, у меня аллергии на металлы. Даже драгоценные. Так, нас... Прикладывайте, сэр. Одну секундочку, рентген. Я не могу найти подходящий угол. Так, лечу. Я рентген подготовлю. А может быть без рентгена, потому что рентген очень вреден для костей. Извините, но он нужен. Ну хорошо, я сделаю вид, что этого не видел. Рентген. Еще. Батя, спасибо тебе огромное за 3 сентября. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Вот и мой заткни сервис. Вы вообще здесь убираетесь? Но почему расстаться все же нам пришлось? Какое прекрасное 3 сентября, ребята. Какое прекрасное. Так, что у нас там по чатику? Чатик у нас что-то мертвый, блин. Мне это не нравится, когда чатик мертвый. Нельзя так. Сегодня, короче, поел тортика, попил чайку, боже, я и забыл, насколько это прекрасно. А то все время пиво, блядь, соленая рыбка. А также пациент был, аж глаз дергался. А, такой же пациент. Вот мне всегда было интересно, какие там это, у вас попадаются кадры. Там же можно, блядь, реально снимать заказную песню. Так это же было Шафутинский, 3 сентября, братан. Спасибо большое, Артур, за 3 сентября. Сэр, вам повезло, у вас ничего не сломано, вы отделались легким ушибом, так что я сейчас вам помажу место ушиба, и вы можете быть свободны. Ну, замечательно, замечательно, только, пожалуйста, подберите дилергенную мазь. Кто-то деревенщина отыгрывает. Так, сэр, сейчас я вам помажу. Только, пожалуйста, так сказать, не дрыгайтесь, потому что мазь холодная. Ну, то есть, сэр, вы можете ее согреть, потому что я очень хорошо чувствую температуру тела. Сэр, ведь холодная мазь, она лучше воспринимается. Пожалуйста, я настаиваю, иначе я напишу на вас жалобу. Хорошо, пишите. Я напишу, сказал. И поверьте, уже троих докторов вы уволили из вашего департамента. Хорошо, хорошо, пишите. Я обязательно напишу. И даже не побрезгую, я напишу ее на 4 страницах и отошлю в департамент. Хорошо, хорошо.
Ай-яй, она холодная, не надо так делать. Боже мой, какой ужасный сервис. Это прям вообще, это сплошные расстройства сегодня. Это же заебатель. Так именно? 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 Так и есть. Так и есть, друзья мои. Господи, вы можете нежнее? Мне мама всегда по-другому мазала. Это мама, это я. Хорошо, хотя бы делегетные перчатки надели. Господи, Тиму вас обучает. Боже мой, мне кажется, я лучше бы сам себе сделал операцию. Надо припизнуть, короче. Будет. Если вы прям такой умник, вы можете устроить медицинский центр? Нет, спасибо. Я считаю, что не моя обязанность спасать людей. Моя обязанность вас координировать, потому что я... Мой IQ гораздо выше, чем у вас. Что, сэр, вы можете вставать? Да, замечательно, наконец-то. Боже мой, это было очень долго. Все-таки вам нужно пройти переквалификацию, я считаю. Хорошо. Сейчас я вам дам еще таблеточки. Сказать, если вдруг, так сказать, еще что-то будет болеть. А я могу ознакомиться с составом таблеток? Потому что я не буду пить всякую дрянь. Я то, что вам скажу, потому что таблетки обезболивающие. Обезболивающие таблетки? А вы понимаете, что они содержат наркотические вещества? Ну и? Вы лучше будете ходить с болью или без боли. И не все таблетки имеют наркотическое. Абсолютно все таблетки. Не все. Это заговор. Не все. Это заговор фармацевтов, чтобы подсадить людей на эти таблетки, а потом грязить людей просто невероятные деньги. Начиная с внутривенных обезболивающих, да, вот они имеют наркотические вот вещества, именно. А таблетки не имеют. Вы только что сами сказали, что имеют наркотические вещества, я все слышал. Так что я напишу на вокзалову. Внутривенные. Хорошо, пишите. Обязательно напишу. Вот возьмите таблетки. Да, спасибо. Я вам сейчас даже это дам книгу жалоб и пожеланий. Пройдемте. Да, смотрите, какой хам, а? Смотрите, уронил все. И вообще, эти таблетки будут ярым доказательством... Ты можешь мне открыть дверь? Я не могу. Давай. Мне тяжело. Отойди, что-то. Да, спасибо, спасибо большое. Проходи. Спасибо. И эти таблетки станут основанием, чтобы посадить вас в тюрьму, товарищ медик. Хорошо. Вот я вам открыл вам страничку, сейчас я вам положу ручку. Я сейчас еще проверю подпись. Пишите, сэр. Бля, как там пальцем показывать? Так. Как там, пишет жалобу, да, вроде через собаку? Пишет жалобу. Так, сестра, давай. Что такое, Юра, что? Тебя тоже отравили этими таблетками, сраные фармацевты? А я тебе говорил. Не, у меня все хорошо. Бля, как показывать пальцем, бэ? Да, точно. Так, ну что? Это залупа. Так, а как вас зовут? Я забыл спросить. Меня зовут Каспер Кинг, я хирург и нейрохирург. То есть хирург занимается не своими прямыми обязанностями, так и записан. Каспер Кинг. Хорошо, пишите. Угу. Так, отлично. Прямой занимается своими прямыми обязанностями, ходит так в перчатках по улице, а потом трогает их пациентов, даже не поменял. Так, скажите, когда у вас было последний раз кварцевание, господин Кинг? Кварцевание проходит всегда перед сменой. Перед сменой? Когда мы заканчиваем смену, мы включаем кварцевание и уходим. А сколько у вас смена длится, господин Кинг? Смена длится до 12 часов. Угу, замечательно, так и записано. После 12 часов мы все уходим, и если кто хочет, остается на сверхурочной. А вы в курсе, господин Кинг, что кварцевание должно быть каждые 2 часа? Так и записано. Ну, извините. Так и записано. Хорошо. Нейрохирург не проводит кварцевание. Угу. Так. Я уже боюсь представить, что у вас в туалете, я туда даже брезгаю заходить, господин Кинг. Угу. Все, Юра, иди подписывай, ты как свидетель будет. Да я думаю, в книге жалоб, предложений не требуется моя подпись. Да за твоя подпись. Буду звонить либо мне, либо тебе. Так как у меня нету телефона, буду звонить тебе. Вы еще можете в суд подать. Я обязательно это сделаю, господин Кинг. Давай, спешусь. Обязательно сделаю. И поверьте, я приду завтра с юристом и проверю, кто-нибудь ответил на мою претензию или нет. Хорошо, сэр. Вам еще нужна помощь? Нет, мне нужна ваша помощь. Я буду требовать помощи от нормального консультированного врача. Хорошо, всего доброго. Господи, да, за ноги не вытер. Да, всего до свидания. Вот и какой зашный сервис.
Так, ладно, все, грязь. Жалобы пишет, что в реальности стопудово юзать пунктин, ходит слушать, что у него сивок. Здорово, Магаданчик, да? Да, примерно это так. Но, сука, врялся в этих перчатках. Возможно, возможно. Возможно. Ну, так, подожди секундочку. Господи, а где твой автомобиль? Почему ты без автомобиля приехал? В смысле, блин, как я мог, блин, вести машину, блин, у меня ушиб там охрененный. Не знаю, Юра, я не пойду по эскомпу, и мне очень плохо, сходи за машиной. Юра, я не пойду песком. Я очень сильно повредил колено. Посмотри, даже уже маленький синяк начал выступать на нем. Господи. Вот ты весь меня не слушаешь, весь не слушаешь. Побежал или просто вышел? Да нет, нет, не побьет. Так, сейчас, одну секундочку, ребятки. Я кое-что проверю. Одну секундочку. Оу, бой. Так, сейчас, одну секундочку. Да, все у нас работает, все пашет, замечательно. Так, давайте, наверное, отожжемся таблетками. Так, инвентарь. Бионик Лайф, так, Кремль Чафлый. Кола, таблетки, давайте сидим. Принять раз, таблеточка, и два. Оо, я понял, так до половины. Ну, бля, придется сейчас, короче, поесть их. Нормально так. Причем, видите, он мне дал 5, а надо 6, короче, до полного восстановления. К ментам пойдешь? Нет, не пойду к ментам. Зачем это нужно? К ментам это глупо. Здорово, Жека, че за нытик? Ну, такой персонаж у меня. Сейчас надо будет в полицию попробовать сдать на права. Кстати, у нас полторашка только, $1500, к моему сожалению. Нужно будет что-то с этим придумать. Блин, Юра реально пошел за машиной, серьезно? Пиздец. Накидай. Бля, как тут? К. Бля, тихо. Блять, как стать? К тоже. Нет. Вон, все, нормально. Я просто проверил, ребята. Если что, Сахаров скакнул в крови. Жалко Юра. Юру жалко, ну, блядь, ну такой персонаж себе выбрал. Что поделать? Так, давайте посмотрим карту, куда он побежал там. Он побежал до полиции. Бля, пиздец, его хуяли. Это не его, ебаный в рот. Ладно, побежали. Вернее, пошли в сторону тоже коповского участка. Мигалки даже не выключили. Какие копы, блин, плохие. По дороге на щеку пистолет. Я думал, он просто за пистолетом пошел, а не к машине. Я думал, он просто тупо купить пистолет. И, в принципе, это оправдано. Я знаю, что это оправдано. Меня застрели, в принципе. Че за дикий уебок? Покажи его лицо. Блядь, чуваки, вы че... А, ну ты, видимо, меня не был ни разу. Но... Уебок просто, блядь, невообразимый. Ты че? Это, блядь, Богуслав Кравчик. Погнали, короче говоря, в сторону полицейского участка. Я надеюсь, я иду правильно. А вроде правильно. Павел, добрый вечер. Когда-то тебя застрелят. Я думал, на самом деле, таксист меня застрелит. А давайте такси вызовем, ребят. Блин, мотик какой-то стоит. Как-то он странно ну, вряд ли заспауненный. Так, надо позвонить. Как там звонить на... Сейчас. Смартфон. Такс. Городские сервисы. Блин, почему я не могу? Как здесь пользоваться телефоном, мать вашу? Так, механик, документы, деньги, анимации, персонаж. Все, так, городское такси. Машинку, так, машинку к медцентру. Пожалуйста. Такой одноклассник был, бля, хуёво тебе, братан. Трипэйр. Богуслав. Да что такое? Ну, там моей второй машины не обнаружилось. Так я знаю, я специально звоню уже в этот самый, в этот, как в такси звоню. Блять, как? Слушай, Юра, какую-то кнопочку нажимать, чтобы закрыть этот долбанный телефон? Там есть бэкспейс.
Господи, боже мой. Как будто я без тебя не знаю. Что ты мне советы тут даешь? Ваш вызов принят. Я сейчас должен приехать уже. Юра, если что, ты заплати ему. У меня нету денег с собой. Мы можем как бы прогульнуться здесь недалеко. Нет, Юра, ты знаешь, что у меня очень плохие колеи. А, ты же предполагаешь, что у тебя нет телефона. Да, я знаю. Нашел. Нашел, блядь. Вот такой вот. Юра мне дал. Тебе точно там написала, что как бы... А что такое? На ваш вызов принят. Да-да-да-да-да. Он сказал, что это в полкилометра от нас. Что такое? Чё сомнительно так? Почему-то у меня предчувствие, что это... Мне же было... Что такое, Юра? Не то, что нужно. Мне кажется, что ты слишком, это самое, ну, короче, негативно относится ко всему. Как-то мэрство во мне, мэрство вам в армии пока никак, ребята. Пока никак. Сирачок, к сожалению, захлебывается. И это очень грустно. Здорово, Никс. Смотри, блядь. Что такое? Смотри на это чучело. Тихо, не говори так, Юра. Ты не ходишь с проблем от этого темного джентльмена. Я же не громко. Но все равно не нужно этого говорить. Может быть, они как охотники, смотри, у них хороший слух. Он уже кто-то заподозрил, Юра. Держи. Ты купил тот пояс, как я тебе советовал, для буазника, который вешается на грудь? Нет. Очень плохо, Юра. И вот сейчас он мог подбежать и ограбить тебя, а меня он никогда не ограбит. Так у меня бумажник за ним в кармане. Вот и все, а это... Прикрыт пиджаком. И это самое легкое вытащить его. Блин, смотри, по-моему, это такси. Такси едет. Джентльмен, здравствуйте, вы очень вовремя. Юра, иди открой мне дверь, я не могу, у меня слабые руки. Юра, я хочу сзади ехать, открой сзади мне дверь. Спасибо, Юра. Спасибо, ты настоящий друг. Вот. Чё? У меня как бы плохие новости, но... Стой. Походу он нас не хочет вести. Слышал, он сказал, идите... Стой, вы не хотите... Он не говорит по-английски, по-моему, Юра. Он сказал, что он не любит рыжих, пошел нахер отсюда. Боже мой, я напишу его залобу, я запомнил его номера. Нам придется все же пройтись пешком. Юра, идет дождь, какой пешком? Да, что-то странно, что такси приезжает. А что, есть еще варианты? Нет, нету больше вариантов, Юра, но придется идти пешком, что поделать. Так, зонтик давайте схватим. Так, отлично, погнали. Пьяные польские школьники? Юра, это самое, достань зонтик, у тебя должен быть, он всегда с собой. Потому что... Не, у меня он в машине остался. Так, придется, он, кстати, актером уже в прошлом... А, ну там борода даже сменил персонаж, так что это, ну, не очень катит. Господи, ты смотри, что делает! Какого хрена? Наркоманы какие! Вот смотри, там бесит джентльмен! Боже мой, я тебе говорю, он преступник! Он рэкетир! Боже, блин, комары разлетались. Юра, подожди, Юра, меняй! Мне очень страшно! Ты у нас более физически сильный, чем я! Может быть, попробуй вызвать еще такси? Ну, если не... Вряд ли получится. Если не останется, то смотрите на Твиче, на Твиче всегда сохраняется. Юра, мы переходим на красный, давай побежали быстрее, это нельзя так делать. По статистике, каждый второй американец хоть раз переходил на красный свет. И один из 100 из них получали травму при этом. Когда прекрасно есть Wi-Fi? Не знаю. Не знаю. Ну, да расширить ее до 64 слотов. Это будет, да. Это будет, блядь, прекрасный 5M. А пока, ну, все как-то, ну, не очень все радужно, скажем так. Ждилось мой второй автомобиль. Не знаю, Юра, может быть, его угнал этот черный джентльмен и хотел у тебя украсть ключи, чтобы потом его продать подороже. Все может быть. Юра, помнишь, ты мне говорил, что мне нужно быть посерьезнее? Я решил переступить через себя и все-таки начать водить машину. Поэтому должен в полицейский участок попасть. Ну, там с войсом, но без людей. Боюсь, что у них уже неприемные часы. Что значит неприемные часы? Не может быть такого, я могу прийти совершенно спокойно. Не. Мне там говорили, что надо получить сначала справку у психолога.
А психолог работает до 10 вечера по какому-то там местному времени, да? В полиции также до 10. Юра, мы все-таки должны попробовать. Я произвожу впечатление адекватного человека. Я думаю, не выписать без справки права. Юра, у меня... Конечно, не обижайся, но Юра, у меня IQ 149. Не нужно мне ничего говорить. У меня IQ 149. Я очень умный человек. Хабло какое. Зацепил и даже извините не сказал. Господи, прям... Вот другое дело. Ничего страшного, ничего страшного. Юра, где мы будем здесь переходить дорогу? Здесь нет пешеходного перехода. Прямо тут. Юра, нужно быстрее это делать. Ты знаешь, что по статистике погибают на дороге люди, приходящие... Ты уже это сказал. Да, я знаю, что я это сказал, но, по-моему, ты не запомнил. Юра, подожди, я хочу идти по этому самому, по бордюру. А ты иди по дороге. А чё это я должен по дороге идти-то, а? Потому что ты более ловок, чем я. Ты сможешь соскочить от машины, если она вдруг поедет на нас. Я что-то в этом сомневаюсь. Юра, аккуратно, ты должен следить за поездами. Переходим сейчас за дорожные пути. Так, давайте перебежим все это дело. Не волнуйся за меня, я смотрю по сторонам. Я тоже смотрю, но у тебя очки, у тебя очень плохое зрение, ты мне говорил. Ну да. Господи, какой ужасный город. Постоянно идут дожди какие-то, туманы. Боже мой, весь этот серый водород, который выделяется от выхлопа автомобильных газов. Вот он плохо на меня влияет. Лучше бы я переехал куда-нибудь, не знаю, в Будапест. Будапест не получится экологическая ситуация. Какая-то банда идет прям, посмотри. Да я вижу, по-любому идут это самое. Мы должны заявить на нее, Юра. Юра, мы должны на них заявить, они по-любому хотят что-то ограбить. Мы должны предотвратить преступление, это наш гражданский долг. Здорово, Сержик! Здравствуй, братишка! Ты же понимаешь, что их полиция даже не задержит. Почему не задерживает? На это есть основание. Потому что они выглядят как бомжи. Неважно. Неважно, Юра. Я вообще против того, чтобы отменяли законы 50-х годов. Что афроамериканцы могут ездить в транспорте. Общественном. Рысы бегают, ужас. Да вообще ужас. Я тебе говорю, сплошная антисанитария. Я не понимаю, куда смотрят власти города. Очень жалко Юру, как вытерпит все это. Вытерпит, ребята. Ну, по РП, может, меня там по лицу ударить. Почему бы не как женщину свою? Я буду только за, если честно. Я думаю, тебе полезно вообще вот так вот ходить. Нет, Юра, это будет неплохо для моих коллег. Ты помнишь, что у меня артрит? Вот, смотри, какой автоматизм. Смотри, а вдруг мы были преступниками? Почему это открывается на... Господи, это ужасно. И все говорят, терактов давно не было. Ой, да слушай, я знаю, где ловушки, заходишь, а потом закрывается и не выйдешь. Так. Почему я всех РП играет адекватного друга? Не знаю, Алис. Вот так вот получается. Кто-то же должен спасать мою жопу. Кто-то же должен спасать, друзья, мою жопу. Мою жопу. Давай, Тарасик, доброй ночи. Юра, аккуратнее передвигайся по ступенькам, они очень скользкие. Надеюсь, полицейский хоть кто-то будет. Юра, и ты слышал, что я тебе сказал? Не нужно аккуратно передвигаться по бокам ступенькам. Я слышал, слышал. Здорово, Матросыч. В жизни так же бегаю, котейка. Я даже не помню последний. Я был уверен, что ты именно такой, как, бля, Богуслав Кравчик. Просто, я не знаю, я прочитал твой ник и был уверен, что ты такой же красавчик. Так, надеюсь, все-таки полиция есть. Начинает, надеюсь. И полицейский участок не закрыт. Господи, наконец-таки можно убрать этот зонтик. Опять закрыта история, а вдруг у меня преступление, вдруг у меня заявление? Ну я тебе говорю, что они не работают. Юра, это безобразие. Мы должны написать жалобу. Юра, что нам делать? Ну, не знаю, можем пройти в машину, посидеть там. Да, давай пройдем в машину. Все-таки я надеюсь, ты это самое, купил ту вонючку, которую я тебе говорил, с альпийским запахом?
Он меня успокаивает. Может, в бардачке полазить, возможно, там валяется где. Нет, Юра, я знаю эту антисанитарию, я не буду. Таксист не смог приехать. В смысле, машина новая. Не важно, Юра. Всегда нужно брать, никто не знает, кто рылся там. Помимо тебя. Вдруг ты... Господи, я прихожу по секундам, прихожу. Хам! Какой ты хам! Боже, ужас какой. Юра, подгони сюда машину, я боюсь переходить на дорогу. У меня плохие воспоминания. Так, ждем, пока он подгонит. Ладно, машина есть. Подгоним тачку. Че, у него тачку спиздили, что ли, пока он здесь стоял, или она пропала? Не, вроде нормально. Вроде нормально. Так, отлично. Че у нас там получается с вами? Па-па-па-па-па-пам. Сейчас быстренько прочекаем. Прочекаем. Все ли у нас... Блядь, пипец, комары. Это вонючки вообще не помогают. Просто не помогают. Это ужасно. Так, ребятки, про лайки, пожалуйста, не забываем. Лайки — это очень важно. Ну, наконец-то, боже мой, Юра, я уже устал ждать. Так, смогу я сесть с зонтиком? Нет. Подожди, я сверну этот зонтик. Ну, наконец-то. Фу, Юра, почему машина такая старая у тебя? Она не старая, она новая. Нет, она очень старая, Юра. Я, конечно, не разбираюсь в автомобиле, такой пластик производился в Японии с 1997 года по 2003. На красный пришел этот щиткам. В смысле на красный? Прям импортные машины. Они стоят кучу бабла. Юра, я это понимаю прекрасно, но все равно. Наверное, этот пластик еще и токсичен. Наверняка в Китае делали. Ты слышишь, как у тебя скрипит подвеска? Ребятки, не забывайте ставить лайки, пожалуйста. Так, Юра, куда мы едем, Юра? Я хочу пройти психолога. Поехали, пройдем психолога. Слушайте, правда скрипит подвеска? Юра, по-моему, был красный свет. Что ты делал? Ты хочешь нас убить, что ли? Был желтый. Юра, аккуратней. Не тормози резко, ты запомнился, у меня плохо с вестибулярным аппаратом. Серьезно, на красный проходил? Бля, ну ладно. Не заметил, как говорится. Как говорится, не заметил. Такое бывает. Юра, только не говори, что нам придется идти на красный свет. Ой, тьфу ты, в дождь. Нормально все. Нет, ты меня подвези туда, я выйду, а ты потом припаркуй машину, Юра. Бедный Юра, блять, он реально когда меня выкинет просто из тачки, нахуй. Юра, только не едь быстро, пожалуйста. Ну все, отлично, я тебя жду здесь. Давай. И припаркуй машину, пожалуйста, на этом, на парковке, потому что ты знаешь, что я не люблю садиться в холодный автомобиль. Накрой ты парковки, Юра. Боже мой, это ужасно. Так, не всякий видишь узбека, да, чувак появился здесь, блядь. Понюхал меня, убежал. Нормальный человек. Вот нормальный человек, кто мне скажет? А? Нормальные люди нюхают других людей, тем более рыжих. Идет, ковыляет. Боже, когда мне пристрелят нахер? Блин, у меня слишком агрессивный взгляд. Надо было сделать тупой взгляд, ребятки. Если бы можно было переделать персонажа, я бы сразу с этим занялся. Что, пойдем? Да, пойдем, Юра, пойдем. Давайте зайдем. Просто слушаю, как говорит Юра, прям читается. Как ты заебал? Ну, а что ты? Юра, принеси мне дверь, Юра, ты забываешь об этом. Держу. У меня за слабые руки. Так, спасибо большое. Можете сейчас две выпить. Больше двух не пейте. Передал таблетки. О-о-о, Каспер к тебе пришел. Господи, опять очередь, боже мой, я не выдержу этих очередей. Так. Нет. Господи, просто безобразие. Ну так, сэр, опять вы здравствуйте. Что случилось на этот раз? Вы можете на меня не кричать, я вас очень прошу. Вы меня и так здесь практически сломали. Это бать. Я на вас не кручу. Посмотри, не кручу. Посмотрите. Сэр, это вы кричите. Можете не кричать, не кричать. Я с вами вообще не разговариваю. Так,
Посмотрите, пожалуйста, на мое колено. И что там? Видите? Ну, колено. Да, ну, и да. Видите маленькое красное пятнышко? Ну и? Это сделали вы. Вам не стыдно, а? А еще как вы называетесь врачом? Ай-яй-яй. Гук, не нагнетай, пожалуйста, только. Окей. Что, опять вам книжечку подать? Нет, мне не нужна книжечка, мне нужен господин психолог. Я, конечно, понимаю, что это абсурд. Нету психолог. Это абсурд, что, чтобы я проходил психологический тест, но все равно. Психологов нету. Я понимаю, кому нужно обратиться по поводу справки на права? Угу. К психологу, психолога нету. Замечательно. А как я могу приехать к нему домой, чтобы сдать персональный тест? Никак. Не знаем, где он. Что значит никак? Вы называетесь врачебным учреждением. Мы все... не знаем, где психолог. Все, потому все... что главврач — это психолог. Вы понимаете, что все имеют право получать 23 часа в сутки медицинскую помощь? Вот мне сейчас стало плохо, и я пытаюсь покончить жизнь самоубийством, допустим. Как нету психолога? Он здесь дежурит обязательно 24 часа. Звоните в телефон доверия. Он работает круглосуточно. Молодой человек, я с вами вообще не разговариваю. Я являюсь заместителем главврача данной больницы. Замечательно. Я вам советую выкинуть вот эти вот кровавленные перчатки, которые протерлись уже, пока я не написал на вас жалобы. Они не окровавленные, они только свежие. А поверьте, я напишу, что они были окровавленные. Поверьте, здесь есть камера. Если вы будете клеветать на нас, вы сядете на долгий срок. Вы мне угрожаете сейчас? Нет, Юра, я сейчас вам говорю, Юра, как есть. Юра, по-моему, мне угрожал сейчас, да? Я заметил я это. Я сейчас говорю вам, как есть. Юра, вы пытались оклеветать нас. Я сейчас не с вами. Вы сами угрожали нам. Я пытаюсь быть спокойным, эти люди меня провоцируют. Сэр, давайте я перестану скрываться, в принципе. Я не вижу в этом смысла дальнейшего. Вы сейчас сказали то, что вы напишете на меня жалобу и напишите то, что не существовало. На самом деле вы напишите то, что у меня была кровь на перчатках. Абсолютно верно, у вас была кровь на перчатках. У меня нет крови на перчатках, я могу сдать это на анализ. Вы только что вытерли ее об штаны грязные свои. Сэр, вот посмотрите, там есть камера, которая запечатлела бы этот момент. Можно вставить свои 5 копеек? Нет. Юра, это интересно. Кстати, данный гражданин слева от меня является полицейским. Да, и у него не было крови, и вы оклеветали только четырех человек. Я так и знал, что вы спёрты все заодно. Хорошо, я зайду. Можно пройти, пожалуйста? Будешь жалобу писать? Благодарю. Нет, я не буду в этот раз писать жалобу. Юра, поехали, это ужасный сервис. О боже. Боже мой, я точно на них пишу жалобу, только уже в мэрию. Юра, подержи мне дверь. Спасибо, Юра. Спасибо. Господи, это ужасно. Почему я, гражданин этой страны, Юра, почему я, гражданин страны, не могу получить психологическую помощь? Может быть, у меня проблемы с суицидом? Может, я хочу покончить с собой, Юра? Я таким же вопросом задаюсь, потому что я езжу уже без прав, сколько, блин. Это ужасно, Юра. Это просто ужасно. Ну, да. Поехали к мэру, Юра. Нам нужно писать мэрию в жалобу. Как всегда сказали, естественно, ну, конечно. Жалобу. Надо быстрее это делать, господи, хорошо погода наладилась. Да, он не каркает, а то сейчас опять польет, как из ведра. Палки на лице, ну это типа медицинская маска, типа ходит грипп и так далее, то есть такой лор. Это пошел, здорово, Джей. Ты отвратителем прям вот мерзкий. Блять, чувак, ты не первый говоришь мне об этом. Каждый второй зритель... Я и хотел создать такого персонажа, прям вообще пиздец просто от отвратительного и мерзкого. Просто пиздец. И у меня это получилось. Это прекрасно. Как тебя убить? Никак, мальчик. Никак. Никак. Только Шафутинским. 3 сентября. Юра, идите вперед! Я не могу сесть из-за этой басыны. Да, спасибо, Юра. Так, Юра, сейчас, одну секундочку, я напишу смс-ку. Так, друзья мои, сейчас я подойду буквально через минутку.
что, написал там свою смс-очку или что там хотел? Так, you guys, I'm back. Так, барнишки пихнули, да, 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 бешу всех на серваке. Юра, господи, там выстрелы какие-то! Здесь тир недалеко. А, тир недалеко, Юра. Да, да. Вот вы пойдем, побудьте с меня стрелять, Юра. Пойдем посмотрим цену. Пойдем посмотрим, говорит, цену. Бля, ну он уже без... Удовольствие. Да, нужно получить обязательно удовольствие. Юра, как ты думаешь, нужно будет писать жалобу на этих уродов из медицинского департамента? Нет. Юра, они повели себя очень некорректно. Ну, если, как они сказали, там был сотрудник полиции, то, думаю, нет. Юра, посмотри, он был на гражданском. Понимаешь, он был в гражданской форме. Это значит, что он был не при исполнении. Может, он детектив. Юра, подожди, подай мне руку, Юра, я боюсь упасть. Давай. Юра! Доставай ее, эту дивизию. Ты как? Здорово, Лёля. Я в порядке, я в порядке. Господи, я тебя спросил тебя подать, что ты руку убрал в последний момент? Я подал, блядь, она у тебя скользит. Господи, как громко. Юра, я хочу купить электросокер. Чтобы это самооборона была. Да уснул, пиздец. Ебать, он стоит тут 2000 баксов с хером. Ничего себе! Юра, дай мне 2000 долларов. У меня нет таких бабок. Очень плохо, Юра. А я тебе говорю, что ты нерациональный расходуешь свои деньги. Тут типа пусто, да? Да, типа пусто. Блять, никого нет. Сука, вот где все на серваке? Вот хуй поймешь. А чё за сервер? Liberty RP, ребята. Юра, там никого нету, а? Юра. Нету, по-моему, мы вообще зашли в закрытое заведение. Поехали отсюда, пока полиция не приехала. Открой мне дверь, Юра. Ли. Отлично. Может, они просто спрятались от нас? Может быть, Юра, я это знаю. А ты знаешь, что это лишняя неприязнь? Это вот котируется в суде как, примерно как оскорбление человека. Вот это ужасно. А так, кстати, выстрелы есть, пиздец. Смотри, там механик запросил вызов, давай возьмем. Давай. Давай, возьмем. Юра, быстрее, нужно ехать. Блин, Юра, я с ним говорил, открывай мне двери, у меня проблемы с посадкой автомобилей. Так, где там? Сейчас РП... О, недалеко. Недалеко, ладно. О, Никсик, тогда с днем рождения тебя, братишка! Желаю счастья, любви тебе, здоровья и прочих всех историй интересных. Прости большой, сильный и не будь лапшой. Господи, какой ужасный город. Смотри, по-моему, это бусины. Сэр. Да? Вы механиков вызывали? А, да, сэр, вы механик? Да, мы механики, да. Здравствуйте! Здравствуйте, мне нужно доехать за машиной, там мне друг написал, что она в каком-то разбитом состоянии. А место укажете на GPS? О, да, если будет GPS, да, покажу. Юра, подожди, мне кажется... Одну секундочку, мы поговорим, я закрою окно. Ага, хорошо. Юра, мне кажется, он подозрительным. Нужно проверить у него документы. Он слишком возбуден, может быть, он даже под наркотиками. А ты понимаешь, что если нас поймают, а кто-то будет у нас под наркотиками, то нас посадят за соучастие. Да слушай, блин, я не знаю. У тебя все подозрительные, по мне так... Юра, иди проверь у него документы. Это будет странно. Юра, иди проверь документы, скажи, что ему придумай. Это будет очень странно. Нет, дружище, садись. Юра.
Юра, проверь документы, это стрелец нас обязательно. Вдруг он сейчас удавку накинет нам на сей, и мы умрем. Он убьет нас. Посмотри на него, не вызывает доверия у меня. Да у тебя никто не вызывает доверия, ты задолбал, давай возьмем уже. Ладно, если мы умрем, я буду злиться для себя до конца своих похождений. Понимаешь, не знаю, в раю, в аду, я атеист, но не знаю куда. Сейчас, мужчина, садитесь, все в порядке. Спасибо. Господи, Юра, это ужасно. В принципе, дотянитесь вы здесь на GPS, поставьте куда нужно. Да, да. Скажите, а вы нас не будете убивать? Как тебя будете вести, сэр? Юра, я тебе говорил, Юра. Вот, машина около тату-салона сказал, что она разбитая. Вот она просто у меня пропала недавно. Бля, мне кажется, он какой-то маньяк, блядь. Борис Крепопадев, здравствуй. Так, да. Можете открывать. Ага, спасибо. Юра, только быстро не едь. Ты помнишь, что у меня очень плохой желудок? Да я тихонечко кричу. И ты помнишь, сколько людей попадает ежегодно в ДТП, когда теряет контроль с дорогой? Юра, аккуратней, зачем ты так быстро едешь? В смысле быстро? Ты очень быстро ехал, Юра. Смотри, безработные люди, а чем только не занимается. По мне, так может быть, это его работа, сэр. Нет, это явно безработный. Нужно работать всегда умом, а не руками. А вы кем работаете, сэр? Я на данный момент безработный, потому что я не могу найти работу по своему IQ. IQ у меня 149. А в какой специализации у вас, в принципе, образование? Если не секрет, конечно. Нет, разумеется, это не секрет. Я очень даже запальцен, что вы интересуетесь. Я был старшим научным сотрудником в институте Польши в Варшаве. В государственном институте Варшавы. О, ничего себе. Да. А почему приехали сюда? Потому что я понял, что в Польше такие специалисты пока не нужны. Пока эта страна третьего мира, она не добилась своего. Я считаю правильным развить сначала большие государства, а потом уже, когда я доберусь до определенного уровня совершенства, поехать уже в страны третьего мира и давать образование там. Ну, я надеюсь, сэр, вас... сбудутся все ваши планы. Да, разумеется. Достигните их. Разумеется, сбудутся, потому что я целенаправленно иду к ним. Юра, это главное. Юра, спроси, где он работает. Так сам спроси, ты же хорошо общаешься с ним. Юра, это будет некрасиво с моей стороны, спроси ты. Сэр, где вы работаете? Да я вот буквально пару дней как приехал сюда, пока не устроился, но думаю, какой-нибудь, может быть, такси, может быть, какой-нибудь бизнес открою. Юра, будь ничеком безработный. Он точно хочет убить нас, забрать нас и деньги. Ты знаешь, что по статистике 1 из 10 безработных совершает преступление? Ты в курсе этого? Но вы тоже безработный, сэр. Вообще-то я с вами разговаривал, товарищ безработный. Простите, это слишком маленький салон. Юра. Юра, следи в опа. Здравствуй, Бакс. Юра, ты что делаешь? Ты на русском. Мне придется написать тебе заявление в полицию. Ты знаешь, что этого нельзя делать. Я сейчас тебя прям тут высажу. Юра, ты этого не сделал, потому что ты мой хороший друг. А ты этого не сделаешь, потому что ты тоже мой хороший друг. Нет, я это сделаю, потому что я в первую очередь гражданин государства. И обязан заявить о правонарушении. Ну тогда ты мне не станешь другом, и я тебя высажу. Ну, это уже будет после того, как я напишу заявление, поэтому веди, пожалуйста, машину, не нужно отвлекаться. Ты знаешь, что в ДТП попадает ежегодно 84 893 человека? Знаете, из-за чего? Из-за того, что разговаривают по телефону. Их отвлекают. Так что не отвлекайся, Юра. Ну, хорошо, что никто из вас по телефону не говорит, и никто никого не отвлекает. Да, разумеется, скажи ему, что это так. Так, где машина-то? Так, где-то здесь, сэр. Если судить по GPS-метке. Давайте посмотрим, что у него за машина. Так, не это, не это, не это. Сейчас, минуту. Статистика за... Можно... Так. Чего тормозить где-нибудь, здесь припарковаться? Это за подозрительно, Юра. Так, он сказал, что перед тату-салоном. Перед тату-салоном? Он тут один, что ли? Так дохуя. Но там не было в моей машины.
Внедорожник. Не видели внедорожник, пока сюда поворачивали? Юра, скажи, что мы не видели. Белый внедорожник. Нет. Вот я тоже нет. Странно, сэр. Сейчас я минуту телефон достану, подождите. Юра, если что, я сейчас напишу в полицию смс-ку, что он назватый преступник. Скорее всего, он нас водит за нас. Юра, потом не забудь его взять Вайнвуда. Деньги. За то, что район прокатывает Вайнвуда нас бензин. Перед тату-салоном. В район Вайнвуд? Вы уверены, что про этот тату-салон говорите? Это вообще Вайнвуд? Ну, я думаю, да. Да, центр Вайнвуд. Так, господа, давайте сейчас мы так разберемся. Сколько я должен вам за поездку, за бензин, и если я найду сейчас машину, я повторно сделаю вызов. $100, пожалуйста. Да, хорошо. Обоим. Спасибо, Юра. Бэм. Здорово, Бэмик. Но вы же вели один. Тут второй пассажиром был человек. Я слушал вашу нудятину. Мне пришлось слушать вашу нудятину. Я считаю, что это необходимо компенсировать, сэр. Блять, я просто выкинул себя из тачки. Сэр, вы работаете механиком, как вас зовут? Можно ваша фамилия, имя? Я поговорю с вашим руководством. Я работаю сам на себя. Сам на себя. Фамилия, имя, пожалуйста, ваше. Если вы так хотите фавилию, имя мое, можете приехать в автосервис там узнать. Я хочу написать заявление о вымогательстве в полицию. О вымогательстве? Ну, знаете что, $200, то есть цена за то, что мы как бы выехали. А мы еще с вами здесь проехали. То есть я это не беру. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию, сэр. Генри Форд. Генри Форд. Отлично. Юра, зачем ты это сказал? Ты знаешь, что это не твоя имя фамилия, это великого человека имя фамилия. Держите. Господи, какой хам. Юра, поехали отсюда. Он тебе кинул денег? Да, он передал мне деньги. Боже мой, тебе нужно мыть руки обязательно. Просто чувака развели на 200-ку, он мог вообще просто выйти и съебаться. А я тебе говорю, Юра, он какой-то странный. Я теперь на тебя написал жалобу за то, что такой плохой водитель и собеседник. И за вымогательство. Он не знает моей фамилии, если бы ты потом ничего не сказал, был бы сейчас. Блять. Это пиздата. Это пиздата. Где машина-то? Внедорожник его. Мне кажется, он, блять. А, может быть, она пропала, хотя хуй его. Она пишет жалобу на некого Генри Форда, вот пускай пишет дальше. Может быть, его автомобиль эвакуировали? Так в этом-то и задача моя, стучать на друга. Ну, возможно, почему бы и нет. Я почему-то в этом уверен. Ух ты, тварь. Лёль, ну, блядь, такой вот я, братан. Я знаю, что я пидор, ребята, но это в этом же кайф. Это в этом же кайф. Давай, Навалыч, доброй ночи. Господи, по-моему, я услышал стрельбу. Не знаю, ничего не слышал. Юра, куда мы едем, Юра? Заправиться. Заправиться. Поехали заправимся. Я надеюсь, ты взял топливную карту. Ты знаешь, что с ней бензин литр, ну, вернее, галлон на 3 цента дешевле? Ну, можешь полазить в бардачке, может, найдешь. Не хочу лазить в бардачке. Там сплошная антисанитария. Я вообще, блядь, на даче поспал только 3 часа. Это вообще ужас какой-то был. И то на этом, как его зовут... Короче, на качели, знаете, такие под открытым небом. С этим москитной сеткой, блин, так все равно такой кайф получил. Выспался, мне кажется, на неделю вперед. Да, ребятки, лайкосики, пожалуйста, не забывайте ставить. Лайкосики всегда узбеку. Блин, у меня такое чувство, что он нарочно стоит. Да, он всегда стоит нарочно. Так, 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 так. Все, у нас все идет, транса идет. Ребятки, лайки несложно ставить. Ставим лайкосики. Юра, попробуй ему посигналить. Я уже пробовал. Генри Форд, рядом Рональд Макдональд. Америка, да. Господи, ну наконец-то. Давай, поворачивай, Юра. Да какой-то он идиот. В таком гамаке, блядь, такие качели есть, ёпта. Угу. Он бы нам ебало разбил, если бы мы посигналили.
Давай, Бакс, доброй ночи. Давай, Юра, иди заправь. Только не забудь, пожалуйста, это самое, потом помыть руки. Ты знаешь, сколько микробов на этой заправке? Это же свой сервис, все нормально, я здесь заправляю. Не знаю, Юра, я бы все равно был более трепетным с твоим здоровьем. Ты последнее время начал кашлять периодически. Блять, вот когда ты не находишься в какой-то РПшке, такое глобальное, вот хуй поймешь, где все люди. Занудная это охуенная роль, спасибо, что прислушался. Так, блять, подождите, в смысле? Так я давно уже играю, блять, зануду, ебаный урод. Очень давно. Юра, ты в курсе, что ты нарушил правила? Октябрь, ноябрь? Нет, хорошо. Без дождей. Без дождей. Я вообще весной ездил, там летом. Дожди. А, нет, стоп. Или зимой. По-моему, блядь, да, зимой как раз вы попадете в сезон дождей, а там еще ураганы, блядь. Там вообще залупа. Так, сейчас я подожди, СМС куда я пишу? Так, друзья мои, сейчас я минутку. Отниму ваше время. Сейчас подойду. Так, ну что, друзья? Ой, смотри, СМС-ка упала. Я вижу, но у нас нет бензина. А почему у нас нет бензина? Мы заправили полный бак. Ну, нужна срочная дозаправка, но у нас же нет ни канистры, ничего такого. Да, это хуёво, конечно. Громобилы. Просто поставить лайк и пожелать удачного стрима с этим универом делку по горло сейчас. Ясен хуй, блядь, учебный год начался. Это да, это жестко, ребята. Универ это всегда жестко. Кстати, завтра пойдем играть в Wild West Online. Там вышла куча патчей. Вот. Тимыч меня сегодня звал, но я как подлец поступил и пошел в GTA-шку играть. Вот. А там нас ждет Тимыч и Вика. А, Юра, а куда мы едем, Юра? Не знаю, ты в мэрию хотел вроде. Это мэрия разве? Ничего себе здание огрохали. Лес вроде как, да. Господи, сразу видно, что деньги в бюджет не идут. Только все на мэрию, только все на мэрию. О, даже лифт едет. Фига себе, кстати, я первый раз вижу, что лифт ездит. Господи, какое большое здание. Где мы здесь найдем мэра? Здравствуй, Нафаня. Может, и не здесь вход, слушай, я не знаю даже. Это вообще Maze Bank. Где же вход?
Я не знаю, Юра, я тебя попросил узнать, почему ты такой безответственный? Так. Главное, чтобы потом не думали, что это такое же, как перс. Так и такое. На самом деле я создал, просто мне надоело придумывать вот этого Женю настоящего. Как вы его знаете. Вот. Я решил такого сделать. На самом деле. Определенно не тут. Так я тебе сразу сказал, ты только заставляешь меня ходить, все больше и больше. Может, спуститься надо. Господи, Юра, ну ты сразу видно, не обремлен интеллектом. Великолепной лестнице. Нет, я не пойду, Юра. Ну я тогда схожу, посмотрю. Да иди сходи, я жду тебя возле машины. Такс. Пойдемте. Блять, видите, вот правильно я сказал, что когда ты в РП не участвуешь там долгое время, то ты теряешься. То есть не знаешь, что ты там делает и так далее. Это этот самый типичный игрок Доты. Я создавал именно с этого образа и подобия. Стой, Юра! Вот там. Где там? Блин, Юра, ты меня заставляешь возвращаться? Давай доедем туда. Там дороги нету. Нет дороги. Голосовой чат или в Discord TeamSpeak сидите? Ну, очевидно же, что это голосовой чат, ребят. Это же очевидно. Это очевидно. Никто... Да и, блядь, и какой РП может получиться на... серваках... На серваках, на которых ты сидишь исключительно там в Дискорде, блядь, и пишешь вот в чат всякую херню. Я не понимаю. Я вообще не понимаю, как люди играют там в тот же Сан Андреас и прочую херню. Накинаги, здравствуй. Здравствуй. Юра, подожди, не спеши, пожалуйста, я очень устал. Боже, сколько можно идти, блядь? Сколько можно идти? Бля, Юра меня не щадит. Юра, я устал. Ты помнишь, что у меня это самый усып на ноге большой? Я почти сломал ногу, мне доктор сказал. Офицера Дуфи? Бля, не знаю по поводу офицера Дуфи. Не знаю. Не знаю, это надо учиться, конечно. Ёб твою мать. Господи, Юра, какой тут эхо, это небезопасно для усей. Юра, открой мне дверь, Юра. Слушай, она легче, блин, не знаю чего даже. Ну спасибо, Юра, это тяжелое бронированное стекло. Марки А4. Тут вообще хоть заходи, бери, уходи. Вообще не говори, просто пустой офис, что это такое? Где мэр вообще? Безобразие какое. Бля, хата-то неплохая. Можно посмотреть в телескоп, нет? Нет, к сожалению, нельзя. Юра, здесь никого нету, нам нужно уходить отсюда. Вдруг полицию тебя вызовут. Ха-ха-ха-ха. Был нормально в итоге в Сердуфе. Да, блин, это надо... Ну, я, если честно, заебался уже персонажей придумывать. Честно, заебался. Надо вообще француза допилить до идеала. Но на New Life что-то мало народу играет. Прям, ну, очень мало, друзья мои. Прям, ну, очень мало. Меня это очень сильно огорчает. Что вот так вот. Это... Да, что кошерненько живут. Да, я тебе сразу сказал, что очень кошерненько живут. Блин, а почему-то бой в стойку бы встал. Какого хрена? Случайно нажал, что ли? Юра, куда мы поедем теперь, Юра? Ну, можем сгонять в автосервис, посмотреть, не завалялась ли у нас там канистра. Да, я тоже так думаю, Юра. Давай так и сделаем. Видишь, ты за бонус, когда хочешь. Французу нужно брать акцент. Да, я знаю. Я знаю, но это надо делать не через один день, скажем так. Юра, я смотри, я быстрее тебя, Юра, я быстрее тебя. Не надорвись, самое главное. Юра, открой машину, Юра. Клейдам, что? Андрей, не понял тебя. Что значит клейдам?
В GTA? Не хочу французов в GTA, блядь, пизду. Это очень будет тяжко. Это будет очень тяжко, друзья мои. Это будет очень тяжко. Пик и цыпочек. Да не, так не получится. Какая из меня пикапер? Вот это пикапер, ребята. Нужно женщин всегда брать своим интеллектом. Надо как-то так сделать. Так, сейчас, одну секундочку, что-то проверим. Что-то у меня Дискорд закрылся. Какого хера? Ребят, лайкосики не забывайте, пожалуйста, ставить. Лайкосики, это важно. Для узбечка особенно. Лайкосики, еще раз лайкосики. Что такое? Юра, что случилось? Да все носятся как, блин, угоревшие. А я тебе говорю, это город опасный. Наверняка это какая-нибудь одинокая мать-алкоголичка с тремя детьми. Ой, нет, не хочу показывать, чтобы показывать Дискорд. Тихо. Что-то у нас там на Цигиле происходит. Артура нет. Никого нет. Хреново. Ну, у меня по Квенти он ненавидит женщин. То есть он их боится. Так что не получится пока только бабу. Да, спасибо. Давайте, кто спать, те спать. Юра, по-моему, ты проехал на красный свет. Мне показалось. Посмотрим, блядь, что тут тухляк вообще в этот самый, в РПшке, блядь. Все, знаете, прям такими маленькими костяками сидят и, по сути, ну, нихуя не делают. Единственное место, где может произойти хоть какой-то РП, это, грубо говоря, либо... Вот, точка крутая. Либо медицинский департамент, либо полицейский. И все. Зул на Алте собирается переезжать. Ну, это тупняк. Да, Юра, это очень опасная машина. Наверняка разгоняется до сотни меньше, чем за 10 секунд. Не, Артур, не хочу. Не хочу. Я думаю, за 5 секунд он успеет убиться. Господи, наверняка наркоман какой-нибудь едет. По-моему, даже это игрок. Наркоман какой-то. Смотри, наркотики продавал наверняка. Либо какой-нибудь рок-звезда. Па-па-пам. Так. А зачем мы сюда приехали? Так, автосервис, канистра. А, давай, Юра, давай. Нам нужна канистра. Иди, сходи. Не. Что такое? Не завалялось. Ну поехали в другой автосервис, там вроде было. Не, в другом тоже не было. А по-моему было, Юра, все-таки я помню. Ну тот автосервис не наш, и там не было. Юра, а мы это самое, мы попросим. Мы попросим, я уверен, что у меня получится договориться. Если, конечно, это будет не Зенсина. Родственника занудного? Так зачем занудному родственнику? Должен быть какой-то контраст. Пиздец, как они ездят. Это знаешь, как красивая и страшная подруга. Да я уже думаю, что пройти на сингле. Типа Мафии 2. Я уже, если честно, думаю. Но пока ничего не додумал. Хуй знает, давайте глянем, что у меня в стиме есть. И завтра, если что... Блин, завтра надо в этот... уйти. Wild West Online. Блин, сейчас стим закрыт, ладно, херси. Говорят, ты опять переехал заправляться? Сколько можно? Метро? Ой, блин, не знаю, метро нет, мне не нравится. Это проверить. Это все, блядь, сталкеризм. А сталкеризм это такое себе. Вы же знаете, что это не люблю. Да чё, блядь, так метро-то нравится? Я не знаю.
Дон Жуана. Ты еще после сталкера хотел в метро. Блять! Мне хватило сталкера, я там так бомбанул, пиздец. Мне до сих пор очко горит, если честно. Ярким пламенем. Path of Exile? Path of Exile, Path of Exile. Что-то знакомое. Про что надо, Даниэль? Мог забыть просто. Что из свежаков выходит в сентябре? Хуй знает, что там выходит. Ну, вроде какой-то такой нормальный. Ну, нормальный там пак был. Ой, слушайте, я голоден. Давайте перекусим. Увы. Нету. Колу выпьем. Творог. Что такое, Юра? Чего там нету? Богослав, что ты там хомячишь? Давай садись. А, Path of Exile, да, все понял. Бля, хотел Дьявола второй пройти. Вот что я хотел пройти. Прям люто раскачай перса. В этот... Принц Перси? Не, я что-то... Не очень хочется мне. Fallout New Vegas. Ларри? Ну, Ларри, я, насколько помню, там пикап-игрушка. Или типа того. Давайте еще больше советов, друзья мои. И лайки, не забывайте про лайки. Лайки — это важно для стримера. На ютубе. Очень старая. Ну, она очень старая. Ну, там, по-моему, даже сиськи есть. Хочешь съездить куда-то хочешь? Не знаю, Юра. 12 лет Diablo 2 играл, я бы с тобой пошел играть. Министра. Или куда поехать? Зомбует, она скучная очень. Очень скучная зомбует. Ой, блядь, Лару Крофт, ты вообще мне напоминай, Серега, про Лару Крофт, это... Пиздец, это франшизу уже ебут в хвост, в гриву и во все места. Средневековый РП Лас Феодал. Ну, это надолго. Это нужно жизнь потерять, то там на 2 часа заходить не получится, понимаешь, на 3. И так далее. Это нужно сутками хуярить. У меня пока не будет времени до где-то 7 числа. О, Юра, по-моему, на Пейсер пришла информация. Я вижу. Так, куда нам надо ехать-то? Юра, причем это очень близко. Нам просто повезло. Лысого я сегодня ночью буду гонять, ребят. Kingdom, да, можно пройти. Kingdom мы еще да, нам, походу, не проходили. Смотри, какое корыто стоит. Господи, смотри, да, действительно, с него можно будет поймать деньги. Большие, Юра. Минимум. Это опять тот противный мужчина. Юра, давай да разговаривай с ним ты. Сара, вы механик? Механика вызывали, да. Да, я механика вызывал. Мне бы машинку починить. Вот эту, которая перед... Да, да, да. Моей да, да. Так, а что у нее? Давайте тоже выйдем, будем подъебывать, поддакивать. Бампер. Я понял, ну сейчас вправим. Так, давайте сейчас аккуратно. О, нифига себе, багажник даже открывается. Юра, я думаю, надо было за него отказать. Он плохо себя вел в этом медицинском департаменте. Мне он не понравился. Деньги не пахнут. Кстати, эти деньги не пахнут. Я вообще побрезгал бы брать из его рук. Ладно, пускай Юра. Чинит, короче говоря. Отвернись, Богослав. А что такое? А ты опять будешь варить? Да, да, это очень вредно да, для глаз. Да. Это очень вредно для глаз. Средневекового могильщика. Ты мозг, он руки, вроде так было. Да, да, все правильно. Все правильно. Все правильно. Ну что, твич, пацаны? Твич? 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 Твич, пацаны. Твич. Куда же без твича? А
Юра, ну что ты так долго там, Юра? Ты видишь, какая вмятина? Господи, подло, ну, просто безобразие. Сколько? Ну, 500 с вас. 800, Юра. Неплохо. Юра, 800. Ну, первая цена уже была сказана. Юра, я тебе говорю, если приятных людей, но всегда брать больше. Так не делается, ну, бизнес, ты знаешь. Ну, блин, у него там... Юра, закрой багажник, у тебя багажник открыт. А здесь она изнутри закрывает. Юра. А я тебе говорю, что это нелицеприятный человек. У него там ремонт на сотку был. Юра, иди прокали ему колеса. Он видит. Нет, он не видит, Юра. Он видит. Нет, он не видит, Юра, иди прокали ему колеса, он бежал. Да вон спереди бегает. Где он спереди бегает? Да вон перед больницей. Все, теперь он не видит, иди прокали ему колеса, Юра. Да видит. Нет, он не видит, Юра. Блять, он из полиции, он меня посадит. Видишь, что придумаем. Верхняя часть черепа Хованского. Юр, реально пошел куда-то калечить тачку. Сука, ладно, блять. Юр, если что, я отвернулся. Юра, беги! Беги, Юра! Господи, уезжай, Юра! Юра, что ты сделал, Юра? Юра, что ты сделал? Господи, Юра! Юра, зачем ты это сделал? Юра, что ты делаешь? Меня посадят! Меня посадят, блядь! Юра, господи, ты эмоционально нестабилен! Что ты сделал? Зачем ты это сделал? Меня посадят! Юра, ты слишком эмоционально нестабилен! Останови, делай по несколько глубоких вдохов! Садись! Ебать! Вот это экшон! Юра, спокойно, тебе просто нужно остановиться, мы скажем, что он на нас напал! Я сбил человека, Юра, не посадят! Я даже не буду писать на тебя заявление, остановись и успокойся, я не хочу умирать! Это пиздец. Юра, я не хочу умирать. Ты можешь ехать и умирать дальше, а я не хочу умирать. Давай мы едем, поедем по правилам. Юра, тебе нужно смыть кровь с капота своего. Юра, пиздец. Вот так вот всех мовчи черти водятся, друзья мои. Это пиздец. Юра, спокойно, Юра. Давай сделай несколько глубоких вдохов. О, бля, это пиздец. Он... Пырнул черного, блять, и, короче, сбил копов. Ёбаный в рот, это пиздец, ребята. Юра, спокойно, сделай несколько глубоких вдохов, Юра. Давай, выйди, подвеси свежий воздух, успокойся, дай. Я успокоился. Успокойся, не призывай. Если стоим, мы скажем, стой. Надо выбросить. Темнокозый. Надо выбросить нож. Темнокозый мужчина просто на нас напал. Юра, просто выкинь его вон туда, вот за ограду. Да, у Юры, короче, появилась дикая агрессия. Юра, просто выкинь нос, и мы обо всем забудем. Тебе нужно помыть руки обязательно, потому что в сетке крови содержится много микробов, которые могут навредить твоей внутренней флоре. А вдруг у него был СПИД, а у тебя была бы маленькая ранка, то тогда ты бы мог заразиться и всю жизнь светиться. А ты знаешь, для фармацевтов основная... ты знаешь, почему СПИД вообще не лезет? На самом деле он давно излетим. А если, грубо говоря, у тебя вот эта вот история попадет рано, ты будешь всю жизнь платить большие деньги, около 10 500 долларов в месяц, чтобы исцелиться. Вернее, поддерживать в стабильном состоянии свою болезнь. Я тебя сейчас ударю. Не надо меня бить, потому что я знаю, что я даю правильные ты советы. Ты только ухудшаешь положение. Тихо, спокойно. Спокойно, сделай несколько вдохов. Ты знаешь, что я психолог, я умею успокаивать людей. Надо от машины избавиться. Сменить на ней номера. Да. Надо, я тебе сразу сказал. Давай. Батя. Господа, вам пизда. О, батя, спасибо, братишка, тебе за донат. Чё у нас? Боже мой, мальчик-бродяга, ребята. Юра, я просто не верю, что это был ты, Юра. Тебя стелился как какой-то демон, понимаешь? Дьявол. Юра, я не хотел, я первый удар нанес, и все, и понеслось. Юра, тебя, скорее всего, могут посадить в тюрьму, Юра. Ну,
Че, сменим номера, сменим одежду, постригусь, изменю внешность, никто не давай, знает. Давай, поехали, нужно быстрее этим заняться. Надо номера перевесить, а у меня багажник есть. Давай, давай. Откуда тебя номера? Ты что, думал, что связан с криминалитетом? Нет. Почему у нас Губин не играет? Я ж механик, я меняю номера. О, это отлично, давай, давай, меняй, господи. Я пока сяду. Это самое. Отдать, я спрячусь. Не-не, я не буду этого говорить, вы чё? Я просто вижу состояние эффекта, как бы у меня там башка есть, но... Чёрт, они не подходят. Что значит не подходят? Весы любые, Юра! Весы любые! Больше нету. Спокойнее, Юра, спокойнее. Ты слишком... Надеется, что он не заметил номера. Он, конечно, не заметил. Скорее всего, у него сотрясение мозга. На такую скорость очень легко получить. Тем более, он ударился головой, разбил нам стекло. Вероятнее всего, он сейчас находится на стационаре в больнице. И с вероятностью 24% у него будет потеря памяти кратковременная. Шлюху в это время можно заказать? Конечно. Куда же без этого? Это пиздец. Юра, так... Нам все равно нужно сменить машину. Вот такой Юра мне нравится, ребят. Чтобы на рабочую. Вот такой Юра мне нравится. Так, блять, а можно в полицию вообще заявить? Юра, аккуратней, ты слишком рискованно водишь. Давай поведем машину нормальной. Марку Мока запомнить, я знаю. Юра, аккуратней, Юра, ты что делаешь? Тормоза не работает уже. Ну, конечно, дождь идет, а с такой пригорка он где-то 13 градусов. Вполне вероятно, что автомобиль может потерять сцепление с дорогой, тем более на такой резине. Потому что машина не новая, и вряд ли в ней изменяются, когда сезон новые колеса ставились. Поэтому нужно быть предельно аккуратным. Переживаю, я не могу так стоять. Надо менять машину быстро. Да, Юра, быстрее, нужно менять машину. Поехали. Только главный не нарушай. Мне нужно переодеться, он помнит, как я выгляжу. Мне нужно постричь. Так, сейчас, одну секундочку. Так, где телефон-то мой, блядь? Смартфон. Так. Думаю, минус стоит полиция. Это купить это. Мой... Бороду накладной. Знакомый... Не нарочно... Сбил... Полицей... С КГ. И применил... Сама... Борону. Так, стоит писать, давайте проголосуем. Стоит или не стоит? Юра, господи, что ты делаешь? Черт. Стоит или не стоит? Не надо? Надо или не надо? Не надо. Окей. Окей, оставляем тогда. Так, Юра, ты куда пошел, Юра? Ты зачем достал телефон? Я не доставал телефон, Юра. Тебе показалось. Батя, спасибо тебе за мальчика бродягу. Юра, аккуратнее, дождь идет. Ты запомнишь, что дождь вредит козы. Спасибо большое, батя, спасибо. Спасибо. Юра, подожди, ты куда побежал, Юра? Господи, какой дождь сегодня. Я уверен, что в нем очень много свинца. Бля, конечно, он жестко, он очень жестко поступил, пиздец. Так, сейчас проверим, все ли работает у нас. Да, у нас все работает, отлично. Ребят, лайкосики, пожалуйста, не забываем лайкосики, это очень важно. О, тут парики продают. Ой, отлично, Юра, давай, переодевайся. Тебя точно никто не узнает. Мне кажется, Юрка узнает по мне. Еврея надо было стыкануть. Ну, нет, подожди, ну там же не велся вопрос там о деньгах, там еще что-то, ну, о чем-то. И так далее. Не, ну он очень красиво поступил. Молодец, молодец. Он добавил экшона, но я думаю, за это можно, блядь, присесть на бутылку, ну, ах, надолго. Ради его же блага? Блядь, ради его же блага, ебаный в рот. Это самое херовое, что... Свидетель коп живых, который вас опознает. Юра?
Юра, знаешь, о чем я подумал? Идеально. Юра, знаешь, о чем я подумал? О чем? А там, за, получается, полицейского мы сбили, правильно? Юра, правильно, мы сбили полицейского? Юра? Что? Я говорю, мы сбили полицейского. Мы сбили полицейского, я точно помню, что это был полицейский. Он сейчас, скорее всего, из полученных травм находится в стационаре. Мы можем приехать туда, это вдать детку, и они его отравят, и он умрет. Мы должны убрать свидетелей. Я не буду менять одежду, у меня же аллергия на шерсть. Да, короче, сейчас будет круто. Сейчас будет круто. Сейчас будет охота на узбека. На, вернее, на Богуслава. Юра, ты хромаешь, Юра. Не знаю. Ой, блядь. Юра, дождь идет. Давай быстрее, Юра. Так, мы вроде недалеко от Коповского, да, участка? Господи, какой неприятный район, мне здесь не нравится. Юра, а зачем тебе нужен был нос, расскажи мне. Так, сейчас мы уберем. Да я его так, со стола взял, с кухни. С кухни, со стола, ну понятно. Вот необычный был, интересный. А Юра, а ты не думал, что могли работать камеры видеонаблюдения? Нас автомобиль запомнили. Юра, что ты будешь делать, когда тебя посадят? Так уж и быть, мы друзья не будут заявлять на тебя. Юра, я не думаю, что самое хорошее решение ехать мимо полицейского участка, когда ты только что сбил полицейского и убил какого-то темнокозого парня. И нарушать правила не стоит, потому что, Юра, преступников выдают в первую очередь по горячим следам, это когда они нарушают правила дорожного движения. Полицейский видит, что человек нарушает, и, соответственно, потом к нему применяют необходимые санкции. Юра, а куда мы едем, Юра? В парикмахерскую. Нужна борода. Зачем тебе борода, если ты надел парик, Юра? По статистике, вот только у 32% людей походы нижней части головы. Именно подбородок. Так, какую парикмахерскую? Откуда ты знаешь, что здесь еще парикмахерская? У меня вообще-то здесь метки нету. Секс-шоп. Пуф. А, вот парикмахерская. Юра, я буду убирать тебе стрелку, потому что ты выглядишь сейчас очень глупо. Так. Парикмахер сейчас занят. О, да ладно, фига себе, даже. Сделай что-нибудь с моим лицом, пожалуйста. Нет, нет, не призывайте, он ничего не сделал, мы только что не сбили полицейского. О, Рэмчик, спасибо! Такая накладная оборотка. Спасибо за донат! Рыжий демон бесит. Чуваки, ну так в этом-то его и задача, блядь. Богуслав. А что такое? Она подходит. Какая? Это за шум вот на это? Улице? Нет, это не подходит слишком, мне она не нравится. Ты слишком агрессивно выглядишь. Бородка. Писать ему письма, слать сухари. А, это бородка, господи. Вот эта бородка подходит? Нет, она не подходит, в основном носит латиноамериканцы. А по статистике, все латиноамериканцы практически, они имели почему дела с преступностью. Такая? Это французская, мне вообще ненавижу французов. Еще музыка такая, блять. Это? Это отличный, отличный выбор. Вот это вот эти интеллигентные. Думаешь? Это я уверен в этом. Рэмчик, я даже не понял, блять, что это было. Что это? А, пидор, сэр. Понял, понял, спасибо, спасибо, спасибо за донат. Вали Сэнди Шортс. Юра, вот эта прическа была прям для тебя. Блять, сейчас. Короче, жутко себя поменять. Может, это?
Я не знаю, Юра, нет, мне это не нравится. Это слишком из 80-х. А это? Да, вот это вот отличная будет прическа, я считаю. Причем Гитлера? Не, ну Гитлера не надо. Вот это, Юра, была. Это? Нет, другая. Вот это, да, вот эту мэм сделайте моему другу. Нет, все хорошо с нами. Все, Юра, я думаю, что ты потрясающе выглядишь. Подожди. Ни разу не подозрительный парень. Я бы такого, знаешь, за педофила принял, блядь, если бы он даже стоял где-нибудь, блядь, у станка. ПРП не узнает Юра, но он вроде смел внешность, по идее, не должны. Ну, Юра типа на панике, поэтому он так разговаривает. Юра, что ты делаешь, Юра? Зачем тебе макияж нужен? Я же она подкрашиваю чутка, чтобы было реалистично. Теперь меня точно ничто не выдаст. Не знаю, Юра, я бы остановил такого подозрительного типа, как ты. Тебе нужно было только сменить прическу и усы. Юра, я пойду на улицу, здесь очень плохая аура. О, контактные линзы? Чё контактные? Блять, сейчас себя просто нахуярят. Всякого говна. Я готов, пойдем. Всё, поехали. Осталось сменить машину. Юра, я предлагаю съездить и посмотри, как дела у полицейского. Блин, если он не тупой, он будет через механика, короче, вызова нас дрюкать. Юра, ты есть по средней полосе, Юра. Я тебя понял. Тимыч, короче, завтра пойдем в этот Wild West. Я сам хочу посмотреть, что там за... Юра, ты ударил машину. Не заметил. Бил полицейского, зарезал темнокожего, а задерживает по подозрению в педофилии. Так и есть. Шафутин не играет? Ну, так вот не играет Шафутин. Какой видео, Рэм? Не понял тебя немного. Сжечь канаве машину? Юра, если ты действительно хочешь, если ты действительно хочешь уничтожить улики, мы должны сжечь автомобиль. Его утопим. Нет, Юра, это его очень быстро найдут. Его выбьют приливом. Просто лучше его взять и уделить особое внимание как бы отпечаткам пальцев, которые находятся внутри. Ты что, я заизучал криминалистику два года. Да, уже 3 сентября, кстати, прошло. Все, шафутинский это. До следующего года отпадает. Юра, что ты хочешь сделать, Юра? Подосмотрите улики. Подосмотрите улики. Юра, ты точно уверен, что мы хотим на этой машине поехать? Тебя да. Что-то смущает? Нет, меня это не смущает, но... Юра, что ты делаешь? Юра, господи, сейчас полицию могут вызвать! Не видит. Что, зарезали чернокожего? Нет. Давай, крыто. Господи, Юра, что ты делаешь? Боже мой! Добрый вечер, Константин, блядь. Юра, зачем ты это сделал? Я нужно просто было взять лицо, я быстро найдут. Юрка, короче, то есть чувак вызвал механиков. Думаю, что ты мы починили ему тачку. Не проболтался. Скажи, что... Мы были на гражданской машине. Я тебя выкинул из машины. И сейчас он сел на эвакуатор, которым могут иметь право пользоваться только механики. Как это работает в его голове, я не знаю. Юра, я поставлю расслабляющую музыку. Надо выпить. Да, надо выпить, Юра.
Тебе нужно выпить, но алкоголь чем вреден для здоровья. Юра, да, пошел, короче, по наклонной, блядь. Так-то лучше. Не зря я ее припас. Юра, ты пьешь за рулем, это очень опасно. Давай, доброй ночи, Дикс. Спасибо, что был на стриме. Че там за ребят? Че там ребята орут, блядь, как резаные. Юра, затем ты ударил Чернокозу Бутину назом. Пытался проколоть колесо, рука дернула, я его задел, а потом понеслось, я же сказал. Юра, поехали в больницу, тебе нужен психолог. У них нет психолога. А мы какого-нибудь другого врача попросим, у тебя очень тяжелое эмоциональное состояние. Я боюсь, ты что-то с собой сделает. Ты со мной что-то сделают. Ой, бля, Юра, Юра. Господи ты, боже мой. Нет, Юра, я все-таки настаиваю на больнице. Если мы туда поедем, меня арестуют. Тебя не арестуют. Скорее всего, там полицейский находится в коме. А если нет? Я уверен, что это так. Тем более ты изменил внешность, тебя никто не узнает, не призывай. А я не буду тебя называть Юрой. ПРП не расист? Нет, я не расист ПРП, я ненавижу женщин, я сексист. Шлюху, ложи вернусь, давай, Ремчик, давай. Состояние аффекта. Что уверен, что нам стоит поехать в больницу? Да, я уверен. Юра, ты должен сам себя ударить нозыком. Сказом, что он напал на тебя первый. А ты в состоянии аффекта сбил того полицейского. Это снимет с тебя большинство обвинений. Давай я тебе там нож, ты меня пронёшь. Нет, Юра, я не смогу этого сделать. Ты знаешь, у меня дёрнется рука. Пожалуйста. Последний мой шанс. Блять. Нет, Юра, я не думаю. Я не стану брать эту штуку в руки. Ты знаешь про пятьдесятки пальцев? Да, ботов, короче, избили копа. Давай. Иди шанс мой. Юра, я так не думаю. Юра, я думаю, нам просто нужно с тобой ехать из города. Как мы объясним то, что ты уже переоделся, Юра? Давай просто приедем в полицию и поинтересуемся. Как там полицейский? Парни друга, ради его же блага. Юра, не стоит переживать, из любой ситуации есть выходы. Тем более он был афроамериканец. А ты хотя бы ударишь мне по лицу, чтобы это было правдоподобней. Юра, ты знаешь, что у меня слабый удар, я могу повредить руку об тебя. Черт. Господи, дождь какой сильный. Так, куда бы нам поехать? Юра, давай все-таки попробуем найти психолога, он нам поможет. Юра, мы здесь не проедем, аккуратно, а вдруг поезд поедет? Так, блин, хорошо, у меня еда, вода была, иначе бы я, наверное, помер бы уже. Надо будет обязательно еще достать всей этой истории. Интересно, чего пускай едет? Юра, ты забыл про меня? С разбега об стену? Не знаю, это было бы максимально странно. Юра, тут можно было выехать на дорогу справа. Что? Я говорю, можно выехать здесь на дорогу. Блять, Юра пиздец, мастер конспирации. Хуярит на эвакуаторе по ЖД-путям, и сейчас, если полиция поедет, тут может возникнуть много вопросов. Юра, куда ты едешь, Юра?
Чё-то нету плана перехват, да, ну это странно. Ну, видимо, копов нету нифига. Не знаю, сколько сейчас народу сидит, не знаю, как посмотреть здесь. Ну, по ходу дела, плана перехват нету. Так, где мы вообще находимся-то? Ты точно уверен, что мне ничего не будет? Я уверен, что тебе ничего не будет, Юра. Если действие признания всегда скостает срок. Просто скажи, что он на тебя напал, ты в состоянии аффекта выхватил нос и пырнул его. И скажи, что ты перехватил, и он уперся рукой, ну, на твой. Потом бы ты в состоянии аффекта, я съел мацинь, ты в состоянии аффекта, ударил по газам и не заметил человека, который перебегал дорогу. Точки освидетели, не говори так, блядь. Юра, я уверен, что мы сможем договориться. Всякая жизнь не бывает. Здорово, Тигран. Так, ну давайте посмотрим сейчас, что получится у нас. Надеюсь, там коп в коме. Очень на это надеюсь. Трактор, блядь, лежит. Нормально. Юра, не переживай, я поговорю с ними. Ты знаешь, что у меня талант убеждать людей. Будешь защищать меня в суде? Вообще, элементарно, у меня дедушка по папиной линии был адвокатом. Пока его не посадили за махинации. Юра, стой где-нибудь здесь за углом, я пойду узнаю, как полицейский. Шо? Я буду здесь? Господи, где мой зонтик? Юра, я бы тебе советовал достать зонтик. Я буду тут. Пиздец, спрятался. Так, все, побежали. Блять, как он бегает, сука, как гусь какой-то. Тачка его стоит. Копа не видно, я понял, ладно, окей. Меня сбил. Господи, угу. Какой-то. Да? Так, давайте, как там убирай быстро. Ага, F1. Там копы что-то стоят, дежурит. Ты есть гусь? Не-не-не. Как отметил? Да, нормально отметил экран, как всегда. Не заметил даже дня рождения. Так, по дурке пройти может? Может, почему бы нет? Скажет, свихнулся от того, что я с ним постоянно. Это очень сильно оказывало психологическое давление. Может, почему? Это на изи. Ага. Так, и копа нету. Понятно. То есть его не положили в стационар. Плохо. Так, давайте зонтик. Блин, как геморно, конечно. Убирай, почему нельзя забить и клавиши? Уже заговор строит? Да вряд ли заговор. Я, если честно, даже не понял особо, о чем мы там говорили. Так. Юра, там нет того полицейского. Но там медики разговаривали про какую-то историю, что кто-то кого-то сбил. Черт. Юра, не переживай, мы должны приехать в полицию и все рассказать им. Кстати, очень подозрительно, что полиции нету. Вообще нету полиции. Вообще не работают. Юра, поехали, я знаю, что делаю. Любому тивнике по уголовному праву сказано, что сердечное признание вручает в 95% случаев. Юра, заводи машину или в 5% случаев. Я тогда отвлекся на очень интересную книжку. Но ты не призывай, там в любом случае есть какой-то санс. Юра, почему мы стоим на это самое, на парковке? Да, бля, не, ну если здесь как бы один коп тусуется, ну это, блядь, неприкольно. Я не уверен. Юра, я уверен, не призывай, я знаю, что делаю. Юра, я уверен в этом. Мы просто проедем мимо. Если там есть полицейские, мы будем один, мы уедем с тобой, я обещаю.
Тогда зачем мне туда ехать? А вдруг там будет один полицейский, мы ему совсем создаемся и будет все в порядке. Тебе станет легче на душе. Я всегда мама говорила, когда тебе плохо на душе, создайся родителям. Поясняю, что здесь все равно придется. Да, да, но я ему об этом не сказал. Я решил утаить этот момент. Зачем расстраивать товарища, который только что пырнул темнокожего и сбил копа? Мне показалась ли тачка на пневмоподвеске? Что-то чатик, ребята. Чатик молчит у нас. Это плохо. Это плохо. Иногда стримеру приятно посмотреть, о чем общаются люди. Так такое ощущение, что сам собой пизжу, блядь. Юра, главное, не нервничай, Юра, успокойся. Руки дрожат. Спокойно, не надо нервничать, мы за рулем. Ну, Юра, ну вот что ты сделал? О. Ну какая разница, гражданки, не гражданки? Ну посмотрим. Я не врезался в него. Ты не в нотике его подтолкнул, но я уверен, что страховка покроет этот серп. Да нет, я где-то в сантиметре от него. Юра, посигнали ему, он не едет. О, вот, отлично, другое дело. Какая разница, сбили человека. Знаете, привычка, короче, правую кнопку мыши нажимать, чтобы приблизить. Юра, давай, припаркуйся, идите, я пойду проверю, никого там нету. В чем твой РП? Никак не могу курить, чувак. Блядь, бесячий человек, который думает, что самый умный. Юра, аккуратнее. Который думает, что самый умный, в итоге, ну, короче, неопытный жизнью, скажем так. Так, анимация, давайте зонтик возьмем. Отлично. Давайте немножечко пробежимся. Не шибко быстро, не слишком много. Бля, если копов нету, то это очень хуёво, ребят. Это же всегда был магнит для РП. Кто-то встречался, кто-то ссорился. Да, по ходу дела, что... Бля, ну пиздец. Ну, Либерти, ну ты пиздец, как меня расстраиваешь. В чём смысл? Вот приходят новые игроки, и... Они не видят никакого РП. Пустой сервак, просто пустой. Иногда в медичке, иногда, блядь... В этом, только все по договоренности. Только все по договоренности. Это. А это не РП, ребята. Это, блядь, тупость. Это все по договоренности. Юра, там никого нету, Юра. Что где делать? Юра, поехали в какой-нибудь мотель за городом. Там отоспимся, так сказать, утро вечера мудренее будет. Бегу по дороге в неположенном месте. Тоже верно, тоже верно. Да можно будет прицепиться к чему-нибудь, если будет суд. Хотя, хрен его знает. Скорее всего, здесь просто-напросто человека возьмут, засунут, бля, в каталажку. Пускай он там сидит. Поэтому играю на Five Stars. Че за Five Stars, Макайб? Расскажи про сервак. Граха хорошая, но экшона такого... Нет такого, как в армии. Господи, Юра! Хорошо, что я пристегнулся. Конечно, я нормальная. Господи, ты разбил басы, ну с тобой точно что-то не так. Я переживаю. Тебе придется сегодня напиться, Юра. Говорят, что это успокаивает. Тебе придется купить бутылочку пива и выпить ее. Даже половинку, Мозес. Ты же уже выпил. Экшон как нет, как в армии. Да, абсолютно верно, что нету экшона, как в армии. Все по причине того, что 32 слота, ребята. И сервер по вайт-листу. Но с другой стороны, что нету полного пиздеца. А что ты сказал, Юра? Я слышал, что слишком громко двигатель работает. Но, по-моему, в этой машине где-то валялся ром у меня. Я не знаю, где у тебя там валялся ром. Я его не трогал. Ози в GTA такое время уже все спят вечером. А, о, бурбон. Отлично. Ну, значит, вечером завтра зайдем. Хотя, ох, блин, надо с Химычем поиграть в Wild West. Ага. Wild West охуенная игра. Учебная пора, сервера опустили. Ну, а что ты хотел? Что ты хотел? Это... Ну, я думаю, допью в мотеле. Это школьники. Это школьники, друзья мои. Юра, не надо пить так много. Ты знаешь, что бывают проблемы из-за этого с почками?
Так, ну мы сейчас, короче, поймем мотель, как я понимаю. Да, куда-то туда. Вот. Весла топ на этом проекте, онлайн по 200 каждый день стабильно, блять. Но там есть этот, там разговоры. То есть город живой такой же или просто игроки тупо ездят одни? РП везде приветствуется, понимаешь? Ты вроде свой поднимаешь на армии, так ли это? Нет, Кость, тебя, видимо, дезинформировали. Либо люди сказали просто, что от моего имени, но я пока этим не занимаюсь. Это очень ответственное мероприятие. И я всегда топил как бы за РПшку, а следить за тем, чтобы там было РП, было онлайн, это очень много сил нужно. Юра, аккуратнее, мой зима сына. Юра, ты видишь, кто я тебе говорил про этот самый, про зацеп дороги и про аквапланирование? Дорога очень скользкая. Есть, но город без NPC. Вот это плохо. Вот это плохо. Понятное дело, что... Ну, это все равно этого будет не хватать, вот как ни крути. А по поводу арсы, ты видишь, имеешь в виду, наверное, армы? Сейчас от армы ждем My Life, а так играем на New Life. Там очень катастрофически мало онлайн, по каким-то причинам. Карта Fisher Island, блять, функционал ебанистический, но людям же нужно постреляться и поиграть на Алтисе. Это позор, блять. Это просто позор. Сейчас онлайн на серваке, Юр, я не знаю, как посмотреть, и не смогу, наверное, этого сделать. Вот, но я думаю, человек может там 16-17. Был сегодня вроде 32. Короче, блядь, грустно. Я думал полицейского. Пиздец, ну как так? Юра, аккуратнее, веди машину осторожно. Не добитай. Братишка, спасибо тебе за подписочку. Добро пожаловать на канал. Как я давно этого, кстати, не слышал. Юра, аккуратнее, веди машину. Давай вот остановимся, мотель стоит. Вот, отлично. Я думаю, стоя здесь и остановимся. Без NPC молец не то. Конечно, конечно. Господи, какой ужасный дождь. Так, как-то отменить. Юра, значит так, смотри. Выпей обязательно бутылочку пива, но не всю, потому что голова болеть будет. Прям тут и буду пить. Не надо, здесь дождь идет. Ты сам знаешь, что дождь это не очень хорошо. Бля, как садиться-то, я забыл. Ладно, хуй с ним. Все, ладно, я тогда пойду спать, а ты давай поправляйся, Юра. Давай, мы никому об этом не рассказываем. Все, давай, будь умницей. Так, все, вот желтый джек. Да, ничего, зачем, мы здесь как бы остановимся, и будет у нас с вами все хорошо. Так, выходим из игры. Здесь айпишник я не спалю. Айпишник вроде здесь не палится. Ох, хер... Да, не палится айпишник, хорошо. Так, ну наш Шафутинский прошелся, прошел вернее, давайте послушаем музыку. Вот батя нас донатил ДДТ, что такое осень, послушай, что такое осень. Бля, что так тихо-то? Что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами. Нужно это РП, ты знаешь, что хотят люди, достаточно ствол. Надо бороться с этим эфиром. Они просто насмотрелись, блядь, лайнскаутов, всяких римасов, снайперов, блядь, и в итоге сосут хуи, блядь, на Алтисах. Это очень плохо. Так, помню, с другом мы играли геев и, короче, устроили митинг возле мэрии. Нас полиция повязала. Ну, если ты была аргументирована и прикольно, то не вижу проблем вообще. А так, если вообще по жести, то, конечно, грустно. Да, я думаю, на этом все на сегодня, друзья мои. Надо возвращаться в ритм. Просто первый стрим за выходные. Ну, немного отдохнул. Но пора бы уже, так сказать, действовать по полной программе. Ладно, огромное спасибо, ребятки, что меня смотрели. Спасибо, что донатили. Спасибо, что ставили лайки. Подписывались. И радовали меня своим присутствием. Всех люблю вас и до завтра. Всем пока.